Исландии и Казахстана. В группе «Б» за путевку будут вести борьбу Босния и Герцеговина, Бельгия, Израиль, Уэльс, Кипр, Андорра. В группе действующего чемпиона Европы сыграют Украина, Словакия, Беларусь, Македония, Люксембург, ну и, естественно, Испания. Германия оказалась в группе «Д». Ее соперники – Ирландия, Польша, Шотландия, Грузия, Гибралтар. Судьба отправила сборную Англии в группу «И», где также выступят Швейцария, Словения, Эстония, Литва, Сан-Марино. А в группе «Ф» – Греция, Венгрия, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова. И группа «G» – Россия, Швеция, Австрия, Черногория, Молдавия, Лихтенштейн. Италия, Норвегия, Хорватия, Болгария, Азербайджан, Мальта – это состав группы «H». И самая малочисленная группа – это Португалия, Дания, Сербия, Армения, Албания. Ну, понятно, что Франция здесь присутствует номинально. Она